32-ю годовщину вывода войск из Афганистана отметили сегодня магаданцы. Церемония памяти погибшим солдатам традиционно прошла на Аллее Славы. Возложить цветы и почтить память погибших воинов пришли ветераны войны, сотрудники правоохранительных органов, воспитанники военно-патриотического клуба «Подвиг» и представители власти. Это праздник, посвященный чествованию героев, отдавших своей жизнью в любых военных конфликтах, в которых участвовало наше государство. К сожалению, их было много, и, к сожалению, были потери. Поэтому мы чтим память погибших и День воинской славы, отмечаем со всеми почестями и соответствующим данному мероприятию этикетом. Память погибших воинов магаданцы почтили минутой молчания. После этого служитель Магаданской и Синегорской епархии совершил панихиду. Подвиг воинов, проявивших в боях высочайшую доблесть, мужество и героизм, навечно вошел в историю как пример служения Отечеству. Светлая память тем, чья жизнь безвременно оборвалась в боях. Здоровья и счастья вернувшихся домой живыми. В завершении памятной церемонии магаданцы возложили цветы к мемориалу землякам-колымчанам. Афганская война шла более 9 лет. В ней приняли участие свыше 650 тысяч советских военнослужащих. На этой войне Колыма потеряла четверых своих сыновей.